Обычно, когда ребенок задает своим родителям вопрос, как он появился на свет, все родители рассказывают одну и ту же историю. Историю о том, что когда мама и папа встретились, они сразу друг друга полюбили, а потом у них родился он. Но на самом деле мужчина и женщина выбирают друг друга не по любви и даже не по симпатии, а по принципу на безрыбье и рак рыба. Потому что те, кого бы они действительно хотели и кто им нравился, для них были недоступны. Мне тут в комментариях постоянно доказывают, что женщина может получить практически любого мужчину, которого захочет. Но это, конечно, не так. Женщина может не выйти внешностью, жить не в том месте, вращаться не в тех кругах и так далее. А поэтому точно так же, как человек, у которого нет денег купить то, что он действительно хочет, начинает выбирать из того, что он может себе позволить, женщина начинает выбирать из тех мужчин, которые ее окружают. У каждой женщины на примете всегда есть несколько кандидатов для отношений. Причем эти мужчины могут даже не знать, что женщина строит на них какие-то планы. Для того, чтобы решить, какому из мужчин начать строить глазки, женщина каждого кандидата очень детально и подробно обсуждает с мамой или с подругами. И после того, как жертва, так сказать, выбрана, женщина начинает действовать. Если мужчина думает, что у него с женщиной все произошло как бы само собой, то обычно он очень сильно заблуждается. Женщина начинает крутить перед ним жопой не просто так, а потому что его кандидатуру одобрил женсовет, то есть все было заранее подстроено. Мужчине кажется, что ему повезло, но на самом деле повезло женщине, что он оказался таким лохом и не понял, как она его развела.